Ребят, смотрите, какой у меня шар папье, собачка. Сам Вань сделал, да? Да. Сам разукрашивал. Да. Ну вот, ребят, ну показывай, что ты сам сделал. Ребят, смотрите, вот я все это сам покрасил и сделал вот это все я сам. О, резиночка. Вот, да, ребят. Сейчас. Еще, друзья, смотрите, что у меня есть. Маленькие машинки. Друзья. Вон. Друзья. Смотрите. Вот это моя лампа. Вон. Вон, лампочка. Вон. Где мы ее покупали, Ваня? В магазине «Светофор». А там «Энтек» был. Это не в самом «Светофоре», а в «Энтеке» мы ее. Да, в «Энтеке». Вот, Вань, теперь какой хороший стол. Да, да, да. Оборудован, лампы имеются. Да, Вань? Да. Внутри себе рабочий, настоящий. Ребят, рабочий, смотрите. Стол. Да. Смотрите, какие машинки. А вот это вот «Тойота». Вот, вот маленькие машинки. Сейчас. Мячик, да, фикс прайс? Да. Угу. Давай я ребятам тебе покажу, чтобы они тебя увидели. Угу. Потом ты опять снимаешь. Вот. Поздоровайся. Ребят, всем привет. Я с вами. Вот. Основа на канале «Семья Тепленых». Вот Ваня рассказывает про свои игрушки, про свой новый стол. Да. Ну, на, рассказывай. Да. Камеру не тряси. Да, вот покажу, что лазаю. Ребят, смотрите. Та-дам! Что это такое? Пазлы. Это машинку мы собрали все вместе. С кем ты собирал? С бабулей. Я собирала это с бабулей. Сейчас еще будет какая машинка тюнингованная. Та-дам! Пазик тюнингованный. Вон. Пазик. Пазик. А из нового конструктора что-то собрал? Букву П. Да, это он буквы собирает. Угу. Она типа какая-то кривоногая. Нет, от прицела. Да. Да. Так что у Вани вот такой творческий стол. Здесь он играет, да. Рисует, да, собирает. Да, да. Сейчас еще. Поставишь мне тут две машинки. Вот. У меня внедорожник. Он откатился. Сейчас. Вот он, вот он, вот он. Мам, ставь еще машинки. Все, а нет. Вот, ребят, смотрите, вот полицейская машинка. Это мне Дед Мороз подарил, а еще Веста. Вон. Вот, еще Додж из «Форсажа». «Шевроле», «Камара», «Бамблби». Это маленькая машинка с механизмом. Это тоже такая же машинка с механизмом маленькая. О, а вот это моя собачка сейчас. Вот, вот она. Что там еще? И вот. Мячик, да? Собачка да. Играет. Угу. Держишь. Да, он еще что-то есть. А еще вот такие пазлы у тебя есть. Да. Будем да. Тоже собирать, да? Сейчас я вам покажу мою развалюху машину. Машинка-развалюха. То есть сломанная. И ее уже нет. Я ее сломал, все, тогда нет машинки. Ребят, а смотрите, вон новый конструктор, кстати. Ребят, спрашивали, от скольки лет этот конструктор деткам? Вот покажи, 3+, от 3 лет деткам. Да, от 3 лет. А я от скольки лет? От 3. Тебе сколько лет? 5. Ты вот показывай. Тебе 5 лет, значит, да. Можно играть. Да. А это Ваня где покупал? Сам Ваня выбирал. В фикс-прайсе. Вот. Кошачья игрушка. С кошкой играть. А вот, ребята, еще коврик покажи свой, тоже в фикс-прайсе мы покупали. Да, тоже. Он его расстилает и играет. А тут вот присядь, у тебя полочка. Что там у тебя на полочке? Машинки. Вон. Целая коллекция разбитых. Ну вот, сколько у тебя места теперь? Да, сейчас. Свои складывать, да? Сейчас.
Даешь коньку. Вон, ребят, смотрите, вот еще одна машинка пользуется скорее. Мои машинки, там развалюха. Всем пока-пока, до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч. И не забудьте нажать на колокольчик.